Всем привет, котята, меня зовут Лана, и смотрите, какие мы красивые, какие мы вообще просто капец. Да. Еще, в общем, мы повыбивали немножечко скинов в видео Ульяны, ага. Ульяне еще выпала собачка, Пибл такой драконообразный, а Йоши выпал Бокстон с облачками, но сейчас... Ага. Мы будем открывать коробочки, скины, сколько сможем. И, судя по тому, что у меня всего лишь 7 тысяч, будем еще и донатить, ребят, потому что, да, потому что я не наиграла, но я буду, как бы, свои тратить родненькие, в общем, робоксы пойдет. Итак, 300 стоит одна покрутяшка. Давайте посмотрим, кто мне выпадет. Вот эта клубничка, кстати, это единственный скин, это первая покрутяшка. Да! Что? Подожди, а ну показывай. Что там? Чё ты да не что, выпала? Очевидно, чему я могу радоваться? Давайте. Собачки? Ника, Ви. О-о-о-о! Обалдеть! Подожди, подожди, покажи, покажи, подожди. Нет. В смысле нет, Ульян? В смысле нет? Я тоже хочу. В смысле нет? Так, ладно, я кручу. У меня даже Ви нет. Я хочу, чтобы мне выпало на тех героев, которые у меня есть. Итак, открываем, кстати. Тут красиво, включается свет. Мне выпало... Что, что вам там еще повыпадало? Сейчас я покажу. Дубликат? Что? А что за дубликат? Дубликаты могут выпадать, да. Да. Ну да. Ну, мне... ну опять. Да пока. Опять? Что, еще два дубликата? О. Да. Капец. Че, покажу. Смотрите, сейчас, покажу сейчас. У меня на хвостике. Это Скрабс. Типа крышечка. О! Но так, получай. Там, но там как будто колокольчик, смотрите. Видите? Ага. Почему да, да, я да. не звеню, когда хожу? У меня колокольчик на шее и на хвостике, но я не звеню. И сердечки на лапках. А у нее вообще сердечки? Не знаю, прикольно. Ёж, а что тебе еще выпало? О, какое а я не могу показать, интересное. К сожалению. А-а-а. Ну, а нет, могу показать выпал. Вот что. Вот мне тоже песик и Шелли. Что вам выпал тот самый, тот... Нет, вот, да. нет. Ульяне тот... Да! Да. Сейчас да покажу, ладно? Ребят, мы определились, я сейчас покажу здесь. А я собаки. Блин! Что вот это один из лучших скинов в игре на данный момент. Вот эта вот собачка с цветочком. И, блин, он выпал, я не... Почему нет? Так, я хочу выбить его, я открываю. Я надеюсь, что мне выпадет еще один топ-скин. Сейчас, если выпадет, я вам обязательно покажу. Пока мне только дубликат на Роджера. Зачем-то... Да ладно. Чё там? Выпал? Ура! О, вот, и мне выпал, все, отлично, о, мне боже. Выпал, смотрите, сейчас покажу. Господи, какая смотрите, какая топ-скины, топ-скины в игре, смотрите, а ну, смотрите, показывай. Сейчас покажу второй топ-скин в игре, разумеется, смотрите, какой цвет. Да, очень классный, ой. Очень классный. Она похожа на эту. И она горничная, то есть прям вообще канон да. лютый, очень круто, очень круто. Она похожа на хочется за тишу играть. Господи. Реально похожа. Мы же немножко, да, кстати. Так, я буду за нее играть, ничего не знаю. Ульян, ты кого там выбила? Собака. Я выбила, ну сейчас покажу, кого я выбила. Ну давай, еще выбивай. Ну, в смысле, ладно, ты еще, показывай всех. Ну а что? Прикольно. Ну я за нее никогда не играла просто. И зачем-то еще купила. Третий раз Роджер, ребята, адекватно? Что? Вот этот вот? Вот вроде такой? Как, если ты 5 дубликатов выбьешь, то тебе дадут бесплатный. Который не прищуривается. А, нет? 5 дубликатов? О, вы же видели, ребят, вы же видели, что Тудлс разговаривает постоянно с Роджером? Да. У них там постоянно какие-то прикольные разговоры. И у Роджера, ну, типа, скин детектива, а у Тудлс, сейчас скажу, джуниор детектив. Прикольно. Ой, какой прелесть. Сейчас я могу даже показать. Ну, покажи, я смотрю. Да, вот такая красота. Я выбиваю. Ой, прикольно. Слушай, блин, а у тебя надо... прикольный Роджер, мне вот нравится. Это, да, я такой классный. Хочу. У него просто еще волки на футболке. Сейчас, смотри, у меня вот такой вот, он мне не особо нравится. А, подожди. А, фух, вот он. А, ну, типа, это детектив? Такое. А. Тиф, что ли? Да. Ага. А, да, я думала, что вот этот вот, который у Анны сейчас скин. Это похож на детектива. Да, он как-то сочетается больше с тем скином Тудлс. Да, да. Так, ну я кручу дальше, потому что я пока мало открыла. И, ребят, не было ни одной повторки. Вот, возможно, сейчас была какая-то повторка. Чё, нет. Вау! Слушайте, блин, это очень крутой прикольный скин. Сейчас покажу вам. Где? А вам на попе выпадал?
Нет. Нет. Из-за того, что у меня есть. А, да-да-да. Сейчас посмотрю. Это что еще такое? Будто бы из 18 века чисто пришла. Да ну, нет. Ты рокер. Какая креветка. А, ну да, кстати, точно рокер. Блин, какой 18 век? Не туда посмотрела, так сказать. Нет, у меня просто другой кажется. Подождите, а почему мне казалось, что я рокер? А можешь? А можешь стать спраутом? Они друзьяшки. Они друзьяшки вместе готовят. Что-то карамельное, судя по всему. Ребят, если вы еще не поняли вот сейчас, то мы не собираемся сейчас играть, мы только скины выбиваем. Мы выбиваем скины. Ой, что там, Ульян? А ну. Ви, полюбас ей Ви выпало. Я уверен, ей выпало Ви. Нет? А показать можно? У вас уже есть... Да, сейчас я пока тут найду елки-палки. Я тоже хочу, мне тоже надо. Ну давайте, хорошо. Так, дальше. У меня уже 5 скинов, пока ни одной повторки, ребят. Это очень хорошо. Да, у меня Ви, мне выпало Ви, но у меня ее нету. Но это классно, она будет. Я уже коплю, я уже стараюсь. Так. О, Junior Detective. Итак, ребят, 7 скинов, ни одной повторки. Так, вот это вы оцените, вот это вы явно оцените. Сейчас я открываю следующий. О! Лапочка выпала. У вас не было еще такого, кажется. А ну-ка. Ребят, так, чекаем. Так, ну показывай. Блин, какой же он вот классный. Вот это тоже один из топовых скинов. Да, неплохой. Но у меня еще второй там выпадал, но этот классный. Да, этот поприятнее. Этот прям, у меня оба есть, этот поприятнее. Ну, по моему скромному мнению. Крутое. Да, а вот тут вот так. Ой, а он как будто... Ну, такой шоколадный. Да, шоколадный какой-то, съедобный. Написано спагетти. А, да? А, называется спагетти? Кошмар какой. Ну, вообще, а ручки это фрикадельки. И ножки фрикадельки. Но это, конечно, прикольнее. А, сверху кетчуп, да, получается? Да, да, соус какой-нибудь. Так, мне выпал... Кто мне выпал? Брайтник. О, альфа-слипер. Вот такая. Она бабушка немножко, смотрите. Ого! Так, вот смотрите, подняли немножечко скрэпс. Ну, разумеется, не настолько, чтобы можно было играть за нее, но тем не менее. Но зато, смотрите, что за чудо. Это тоже очень крутой скин, мне очень нравится. Он такой конфетный. Да. Очень красивый. Мне больше нравится, чем тот, который мне выпал, да. Так, ладно, я дальше открываю. Я не хочу покупать быстрое открывание, потому что мне нравится... Блин, дубликат карамельный. И мне карамелька. Карамелечка моя хорошая. Так. Сюда моя карамелька. Поппи выбрала, ее уже видели сегодня. Так, открываю дальше. Еще один дубликат спраута карамельного. Все, я не Ви выпала, я уверен. Нет. Ага. Да ладно. Нет. Не Ви. Ну прикольный. Блин, все, пошли дубликаты, ребят. Пошли дубликаты. Что это такое? Вау, она динозаврик. Она дракончик динозаврик. А, Шелли. Ага. Мне уже дважды выпадало. Зубик. Зубик. Капец, прикольная. Очень мне классно. Комбинезон не полностью, там вон колени голые. Но ей жарко. Так, а сколько у вас уже процентов? Вы знаете, что у нас в Белграде 30 градусов? 31 сегодня был. Да. У меня 64. Я не понимаю. У меня 72% уже. В смысле 72%? Ну, это сколько скинов имеется в виду? Ну, сколько всего скинов, да. А, да? Ну, там справа напишешь. Да, там справа вон. 36%. 18-25 у меня. Вы что, у тебя так мало? Так я ж открываю. Опять дубликат. Ладно, я покупаю автоматически. Я не могу купить. У меня разряжен аккаунт. Почему? Что? Кошмар. Так, я хочу купить авто. Пожалуйста. Нет, не могу. А ты можешь со странички купить? Там есть возможность. Да, сейчас попробую. О, мне выпал Бокстон. Прикольно. Так, ну, я, кстати, каждый раз скин, который мне выпадает, я его еще и надеваю, чтобы, ну, он уже сразу... А у меня Бокстона нет, прикиньте. Обалдеть. Да ладно. Сколько играю, мне надо Бокстона купить. Капец. Капец. Куплю Бокстона. Собака цветочная. Уа! Красота. Прикольно.
Так, надену Бокстена. Красивый же он, капец. Да, блин, аж хочется мне поиграть. Третий раз одно и то же. Ну дайте, да, блин, не дают купить. Я хочу вам задонатить. Я хочу задонатить, но каждый раз смотрю на эти прожекторы. Опять дубликат. Ребят, дубликатов уже 5 дубликатов. Капец. И это значит, что... Ага, гарантированно не дубликат. Ну, давайте попробуем. Да. И чего? Да. Ой, а я сказала бесплатный, ага. Да? Да. Ну, не бесплатный, в общем, да. Платный. Так, покажу. Ну, у меня есть уже тот скин, но я, конечно, буду ходить в том, но чтобы вы видели, как это выглядит, я вам покажу. Смотрите. Ой, сейчас. Прикольно. О! Ну, да. Но, конечно, прикольно, мне больше нравится с цветочком. Но это тоже ничего так, ничего так. Но цветочек топ. Цветочек топ. Да, так что я переоденусь обратно в цветочек. Вот оно что у меня. Вот оно что у меня. Вау, да. Нави, наконец, выпала. Да, ура. Да, так, выпало мне, кстати. Я каждый раз захожу переодеваться. Вот сейчас Тишу переодену и, наверное, уже буду покупать, чтобы немножко побыстрее открывать. Но все скины очень классные. Мне капец как нравятся. Ребят, я зашла, чтобы купить пас, а его нет, его отключили. То есть это не у меня разряжен аккаунт, а они такие: нет, не донатьте нам деньги. Нет, нам не надо. Опять дубликат. Ну, мне придется сейчас донатить большую сумму, потому что у меня скоро закончатся мои... кстати, Глисон попался, но у меня его нету. Глисона нет. Да, у меня тоже. А он дорогой. Я его не буду покупать. Так, дубликатики, конечно. О, карамелька еще одна. Ну, в плане рулет карамельный. Угу. Ага. И еще один рулет. Но слишком сладко. Как говорится, слипнется. И еще один карамельный, только уже, в общем, справа. Да, ребят. Да. Разл-дазл. Но у меня его нет, я его показать не могу. Денежка кончилась, ребят. Поэтому я буду покупать самый большой пак. Это я могу купить. Тут у меня аккаунт достаточно заряжен. Я не знаю, потрачу я это все или нет. Ух ты, Ульянка, какой! Я тут кручусь. Обалдеть, и свитерочек с рыбками. Ну я, да. Ты, возможно, аксолотль. Да, я тоже подумала. Но это не точно. Об этом. Ну, похож. Это не точно. Ой, куда я зашла? Скины нам надо, скины. Ребят, я надеюсь, вам не надоело смотреть на прожектор, который вас слепит. О, опять собака. Потому что, ну, извините, не продают мне быстрое открытие. О, вот такой же выпал. Но, кстати, у меня, по-моему, нет фина, если я не ошибаюсь. Угу. Или есть? Есть, наверное, есть. Так, дубликатов у меня, один. Слушайте, а неужели после нового скина счетчик дубликатов у вас отматывается? Да. Вот у меня два дубликата. Да? Угу. Ничего себе! Нечестно так это... немножечко. О, кошатка вторая. Так, она мне больше нравится, поэтому я ее надену. Так, фин есть, кстати, фина тоже надо переодеть. Вот, теперь мы тут близнецы с Ульяной. Так, и царапку. Я ее кошаткой на самом деле называю, потому что кто-то когда-то в видео с нами играл, назвал ее так и все. И, в общем, и даже я играла просто с ребятами на сервере. И они такие: о, это кошатка. Я такая: блин, ну ладно. Мне три раза подряд выпала эта кошатка, о которой ты говоришь. Ого. Три раза подряд. Ой, один и тот же скин. Адекватно, по-вашему? Нет. Ага, еще дубликат. Так, сейчас либо дубликат, либо новый, и потом, ну, дубликат, да, и значит, теперь будет новый. Попадаются. А потому что уже много выбито. У меня уже последний скин остался. Мне один просто остался. О, спагетти! Надену-ка я его. Подожди, Ёж, ты реально почти все выбил? Да. Так я тоже, да, у меня тоже один остался. О, чего? Все, выбило? Да. Класс. Чего? Мне еще 6 скинов выбивать. Ну пока ты там смотришь, конечно. Ну, мне, ну конечно, я же показываю, я же не могу, ну, просто выбивать. Все, ну, да. Все верно, отлично. Мне еще не дали пас купить. О, Астра выпал, кстати, который у Ёши был. А у меня и Астра-то нет, по-моему. У меня же нет Астра. Все, град с меня. 25 из 25 тоже.
Не, мне пока 20, капец. А вы донатили же, донатили, да? Конечно. Конечно. Конечно, донатили. Понятно, я просто смотрю, что мне, видимо, придется еще раз донатить, потому что дубликаты и дубликаты выпадают. Вот сейчас будет новый какой-то, сейчас будет новый. Новый? Да, чашечка. Кстати, тоже надо будет ее надеть. И, наверное, сразу уже задонатить, потому что, ну... уже не хватает. Но она классная. И она еще такая, немножко более позитивная. Она немножко улыбается. О, мы все фиолетовые, смотрите. Ха. Красивые. Так, давайте вы выбираете лучший скин из тех, что вам доступен. А пока я буду еще покупать. О, губ выпал новенький. Очень красивый. Переодену его попозже, потому что осталось 3 скина выбить. Пожалуйста, дайте мне новенький. Нет, пошли дубликаты. Эх, робоксы мои, робоксы. Ага, кошаточку сюда. Ну что, давайте. Куплю самый большой пак, даже если мне выпадет раньше, пусть останется, потом, может быть, еще какого-нибудь персонажа куплю. Итак, либо сейчас выпадет не дубликат, либо следующей круткой. И следующей круткой давайте смотреть. Из 3 скина осталось только. И сейчас выпадает... О, Шелли! Классная! О. Мне она, кстати, нравится. Осталось теперь 2 скина. Ну что, поехали. И, ну, сейчас будет много дубликатов, поэтому, наверное, нарежу. Да, приготовься. Итак, ребят, сейчас мне выпадет не дубликат. Смотрим. Это новый персонаж. И, естественно, у меня ее еще нет. Но скин вроде прикольно выглядит. Постарались прям над ним. Да, он классно выглядит, это правда. Итак, ребят, круточка. Нет, дубликат, значит, сейчас. Сейчас я получу последний скин. Я даже не помню, какой это скин. Сейчас мы узнаем, что я еще не получила. А, это всего лишь детективский тот скин. Так, ну, конечно, потратила я сегодня много. Так, надену вот этот у меня попадался. На кого еще? На Шелли я не надела новый скин. Так, на кого, на кого? На всех вроде бы уже понадевала, да? На рулета не надевала. Вот, карамелька. Так, Фин есть. Поппи не надевала, точно не надевала. Ага. Так, ну, вроде все есть. И теперь нужно выбрать тот скин из тех, которые вам доступны, который вам нравится больше всего. Это довольно сложный выбор, вот, мне так да, кажется. Я думала все время, пока ты выбивала скины, да? Я ни к чему не пришла, если честно. Мне нравится своей скрытностью Ви. Ну, скрытность имеется такой магический, такая аура магическая у этого скина. Вот, поэтому, наверное, оставлю его. Ага. Да. Ну, мне, естественно, нравится вот эта цветочная собака. Ну, это да. Собака топ, собака топ. Очень это прям очень классный скин. Вообще. Ну, мне, наверное, нравится, ну, мой топ. Ладно, давайте так. Топ-1, но там типа много. Как, можно так? Можно, ну показывай все. Тиша уже показал. Клубничка, разумеется, Ви. И в целом губ, наверное. Я только хотела сказать, наверное. Рядышком с топ-1 это Роджер и Царапка. А Царапка не топ-1? Ну, рядышком. Они типа, ну как будто бы да. Не, скины классные, очень круто. Да, здорово. Теперь хочется остальных персонажей докупить, но у меня нет денег вообще. Я могу себе позволить и Разлдазла, и Глисона, и Астра. Только Ви еще не накопила мастерства, но денежек нету, ребят. Нет денежек. Но в целом очень... Вот, да, кстати, Шелли тоже классная, капец. Блин, не знаю, теперь прикиньте, какие сейчас игры будут на общих серверах. Все будут такие разноцветные, цветастые, красивые. Просто капец. Так что я надеюсь, все потратили свои капельки на нужные скины. Вы меня гладите. Очень прикольно. В общем, надеюсь, это было интересное видео. Я думаю, что многие из вас уже сами посмотрели, сами повыбивали скины, но мы вот показали в движении для тех, кто особо не играет, и сами себе тоже повыбивали. Мы довольны, у всех есть скины. Так что на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока! Пока!